Демонтаж нестационарного торгового объекта на проспекте Победы. Скорее всего, такая перспектива ждет одного из тверских предпринимателей, который нарушил условия договора с администрацией города. Специалисты Департамента экономического развития накануне провели рейд, в ходе которого выяснили, что на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта стоит не киоск площадью 5 квадратных метров, а павильон 18 квадратных метров. А это явное несоблюдение договора. Более того, специалисты выяснили, что объект торговли не имел разработанного и согласованного с уполномоченным структурным подразделением администрации Твери архитектурно-художественного проекта. Налицо, получается, у нас нарушение условий договора. В связи с этим администрация города Твери после данного обследования будет проводить претензионную работу.